Так, все, ребят, я здесь. Чистил грибы, но даже что-то 20% не вычистил. Сейчас мама подключится потом после стрима, сам помогу тоже. Вот, а сейчас мы Go FSK посмотрим, соответственно, финалы месяца, где наши игроки играют в том числе. Так, ну сейчас посмотрим, кто тут у нас есть. Ничего себе тут мощный такой десант игроков-то наших у нас вообще-то. Так, кстати. Так. Скажите, как слышно меня, кстати? Нерадим, Пингвин, Люцифер, Кас, Хина, Хеллрейзер Гуру, Блай, Каюб. Вот, кстати, Блай интересная пара тут. Еще он на Хеллрейзер может дальше попасть. Вил Касса интересно, везде тут все интересно. И Братка интересно достаточно. Вот, ладно, ждем, короче, начало. Кстати, Twitch надо поднять. Так, или братка посмотреть лучше, не знаю, посмотрим сейчас. Так, ну Блая тут дальше. Так, Hellraiser получается. Гуру. Может быть, это Гуру будет. Касса Билла и у братка, если пройдет, а он пройдет, я думаю, Смут, скорее всего. Браток Смут я потом бы глянул, конечно, но это будет потом, если будет вообще. Потому что и браток, и Смут могут проиграть. Вероятность этого, правда, мала. Кто выиграл Алима Лигу, можно посмотреть в сетке или, или в записи, которую я уже выложил. И не спрашивать такие вопросы. Вот. Чуть походу Влай отсутствует.
Так, ну все, ребят. Здарова всем, ребят. Spirit Sun. Блай куда-то свалил. Короче, Блай, смотрим, другие уж тоже стартовали. Просто другие, наверное, сами стримят, и браток, и Кас, скорее всего. Смотрите, а Блай точно не стримит. Все, игра начинается, ребят. Я не думаю, что финал месяца будет долго идти. Обычно они не очень долго идут, потому что сетка уже сразу готова. А в обычном гуфу СК сетка задерживается, плюс стартуют все сразу, как бы ничего по очереди не стримится. Так, ну что, это будет 3, ребят. Кстати, что со звуком у нас? Мне кажется, тиховато, не? Сейчас проверим, может, у меня тут что-то. Действительно, у меня ж микшер просто убавлен звук. Вот в чем прикол. Обратно чуть-чуть понизим, чуть скажете, ребят, если какой-то дисбаланс по звуку есть. Вот я-то подстроюсь. Ну что же, Блай играет пул первый с мейна, ребят, потом хатка, потом поздний газ, соответственно. Сейчас я чатик рублю, что у меня он закрылся. Вот, всех рад видеть, уже у нас 100 человек есть, как бы. На Твиче люди уже появляются, соответственно. Вот. Ну, болеем за наших, как обычно. А наших все-таки аж 6 человек. Напомню, это Неразим, Люцифер, Кас, Хеллрейзер, Блай и Браток. Вот так вот из 16. Почти половина. Ну, насколько далеко пройдут они, вот это уже другой вопрос. Часть, наверное, в первом туре проиграет. Часть, то дальше пройдет. Будем надеяться, что до самой последней стадии пацаны будут биться. И кто-нибудь втащит еще. Вот это было бы замечательно, конечно. На GoFSK не такие, как раньше, призовые, конечно, хорошие. Для такого недолгого турика раньше вообще было. Замечательные призовые были.
500, по-моему, евро, там 300, 150 и по 50. Так, 450 и по 50, это 500, 550, что ли? А, или по 75, по 75. Да, 600 было евро, сейчас всего 300 осталось, или 200, сейчас 200 вообще осталось, то есть получается 150-50. Ну, что-то Блай прибежал, вроде нагрыз, как бы, все, по чуть-чуть. Ну, ничего не убил был? Ну да, вообще ничего не подарил. 4 собаки сбил. Ни реактор не убил, ни КСМ-ку не сгрыз. Ну, нужно решать. Ну, в таких ситуациях нужно понимать, что точно нужно сделать. Как бы, чего сгрызть, туда и кликать сразу, туда и контролить. Здесь же Блай как-то растерялся немного. Туда и сюда пытался отгрызть. Так, Ривер прилетел. Он тут ничего не сделает, конечно. Ладно, криптумор снизу ставит. Один криптумор можно было бы и на мейн бы поставить сейчас, на самом деле, чтобы соединился мейн со второй. Но Блай инъекцию лучше сделает, конечно. Это на данной стадии поважнее пока что. Ривер на мейне был, но он улетает. А посмотрите, что делает Каюб. Я раньше думал, как сам играл, кстати, игрок-то очень старый, и у него бомбило раньше, ой-ой-ой, прям горело вообще, но он, честно говоря, ну, никакого соперника не был прям по уровню сильным. Не знаю, я, нет, проигрывал ему, конечно, но по большей части, когда нормально тренился, трепал всегда его. Вот, у него бомбило жестко, помню, и вообще я думал, что его никнейм Каир почему-то по-русски, столица Египта, блин, вот. Как столица Египта, вот, а почему я не знаю, так, ну, потом уже понял, что ни хрена. Иногда бывает, никнейм сам по-своему для себя произносишь как-то и переносишь. Так, 4 гелика, медивак прилетает, хелбаты будут, соответственно. Загружается, на мейн полетел Каюб. Здесь Блай забежал, 2 КСМ-ки, 3, минус, неплохо. Буквально там 5-6 собак было. Ну а здесь хелбаты. А что они должны сделать с хелбатой? Я чуть не пойму. Сейчас медивак Блай собьет, то вообще печально будет. Дрон прям в наглую добывать начинает. Прям при хелбатах здесь отступающих. На королев тут Каюб сагрил. Надо впуснуть медивак. Так, собаки подбегают, Блай. Утагрит, в общем-то. Тирана. Ну, по рабочим 31-45 пользу Блая. Ситуация хорошая. И я вижу, здесь мех будет. Да, смотрите, третий ССХ. Пока, конечно, только гелики строятся. Но в перспективе это будут и циклоны. Вот и, по-моему, Тирану надо просто подождать бы вот по вот эту привести сюда. И 9 хелбатов уже Блай бы своими 4 королевами, 11 лингами вообще бы не отбил. Ну, будет Роуч Ворон через 5 секунд. И тогда уже будет можно отбиваться. Тогда уже можно будет убираться. Так, 5 геликов заезжает. Блай вообще невнимателен. Он не контролит. Смотрите, где собаки у 11 штук. А они тирана мамей не грызут. Кстати, забегание-то отличное получилось. Ну, ой, как здесь горят вообще рабочие. 11 минут, правда, несколько потерянных рабочих, увидите. Поэтому я вам показываю. Ну, Блай в ответ, смотрите, собачками сгрыз не менее. Сейчас выйдут роучи, и Блай при своих фактически остался, что называется. Потому что роучи выходят, сейчас они еще пуш пойдут. И в итоге Блай здесь не в проигрышной ситуации оказывается даже вообще. Так, окунь, это хорошее дело. Так, секундочку, ребята. Так, все, я здесь. Так, ну что, пожог здесь. Каюбчик еще. Ну, приходит Блай, 75 на 40, ребят, и тут всего достаточно вполне здесь Блаю. С перебором там на минку кидает. Вот же Steam делается, в минус нит и Steam-то. А вот Блай заметил, он, конечно, что Steam делает. Все, Steam отменен.
ГГ пишет Каюб. Ну, забегание собак решило просто ночь сильно. Если бы я их держал дома, получается, он бы слил бы в хлам, и они бы ничего не смогли бы халбатом сделать. А так прям замечательно забежал и разменялся. Картофанчик, это хорошо, сейчас тут мама грибы будет чистить, продолжать. Я часть почистил, вот если бы не гуф войска, я продолжал бы их, конечно, чистить, но надо было стримить, поэтому захожу. Так, ну что же, вот, и, короче, про грибочки я сказал, что хочу я, не сказал, точнее, хочу я их подзажарить потом бы, было бы неплохо. У меня, кстати, тут белых пачка лежит, 40 штук я их насчитал. Сегодня такая плодотворная была тихая охота, вот, смотрите, этих я сам потом почищу, не откажу себе в кайфе, потом фотки выложу. Так, а что я не переключаю? Это вон. Все, отлично, переключил. Ну что же, Каюб Прокси Барак делает это Прокси Рипер. А, нет, это не Прокси Рипер, это чизок какой-то жесткий. Почему я так решил? Да потому что два газа на Прокси Рипера, два газа не нужны. Это факта с реактором, но два гелика, два циклона там будут строиться, или два марика и циклон. Вот в чем вопрос основной заключается здесь для меня. Вот, сейчас мы узнаем. Да, пошла факта, пошел реактор. Достаточно стандартный. Чизблай как будто бы не ждет ничего здесь такого. У него 17-я хата Гаспул, в принципе, если он скоро сделает, ему надо понять, что происходит. Если он поймет, просто собак заказать, плетку и все. Будет ок, что называется. Если же Блай будет, ну, не будет, как бы, иметь информации, то вот сейчас он 4 собаки построит, пока они сюда добегут. Или овер это долетит. Ну, овер, кстати, раньше даже долетит, наверное. Хотя нет, собаки тоже сюда добегут скоро. То есть пока Блай это все увидит дело, он... А, он не побежит, собак, он рипера ждет. То есть пока овер долетит, в общем-то, получается, Блай будет строить дронов, только потом он сможет оценить ситуацию, понять, что здесь ни хрена нет. А, он еще и так аккуратненько залетает, то есть он до конца будет не понимать. Здесь же старпорт, где-то марики с реактором и по одному циклону, не по два циклона, и марики без реактора. А что если, кстати, интересно, мед... фактой перелететь на барак, например, на реактор, как бы ставить по 20 склона начать строить, и еще на бараке потом реактор запилить, и мариков потом, ну, пилить-ка его. Ну, хотя то циклоны первые вообще без марика будут. Так, 4 марика циклон. Не знаю, 20 склона, мне кажется, сильнее, чем 4 марика циклон. Так, приходит Каюб, начинает, бля, здесь просто потрошить базу вторую. Видишь, бля, ничего здесь делать не может. Плетка заказана на мэне, 18 собак. Ну, похоже, придется отдавать хату-то эту. Королева спускается.
Я бы так просто не стал бы хату эту отдавать, вот, просто ничего не делая с этим моментом. Так, 4 линга есть, сейчас еще выпрыгнет 10, и потом еще 10. Все, 22 собаки у Блая есть, надо просто окружать эту всю хрень. Что Блая делает? Окружает циклона, окружает мариков, это вообще как-то играющий Блая отбился, что называется. Просто жесть вообще, я такого даже не ожидал, если честно. Ну как так-то вообще? Надо проверять, где же тут циклоны, где тут что делается. Блай проверяет, сейчас найдет как раз-таки. Часть собак здесь, часть здесь. Танчик есть, ловить надо гада. А что Блай боится-то? Чего-то Блай боится очень сильно, я не знаю, почему Блай боится. Так. Белых? Ну я часть хочу белых. Хотя жарить маховики там, маховики, чуть-чуть лисичек жар, на жарку. Белых я солить, мариновать, не знаю, что-нибудь там такое, наверное. Хотя, может, часть туда закинуть. Танк плюс 3 марика в районе мейн летает. Бла, чуть не сбил этот медивак. Каюк улетает на ХГ. Танчик сейчас засидеть хочет, видимо, да. Сидеть танчик. Собаки тут грызут, смотри, марик падают. Танк там еле живой, но живой. Сейчас марик своего разнесет, да, да. Так оно и есть. Так, а чё, блин, не хватит, чё было делать-то? Так, одна собака здесь грызет, нахрена эти роучи вообще? Собаки были-то, а чё он танка один на одного забоялся? Прибежал бы, сгрыз сразу теми собаками бы. Ну, хотя, да, роучи, реводжеры, то есть сейчас с ними ничего не сделать, каюк получается. Хотя вот, пожалуйста, вот supply блок. Лимит-то близкий. То есть сейчас Блай как-то накосячит, он здесь и проиграть может в легкую. Хотя накосячить здесь тяжело уже, конечно, но... Так, где реводжеры? Это только что я видел по 3 день. А, они вперед пошли к террасу, ё-моё. Надо взломать проход, просто зайти и начать шатать. Здесь вот атака сейчас на Блая пойдет. Ну, Блай готовится всем. Все, он чисто боевой лимит строит. Все, здесь ни стима, ни хрена нет, поэтому я думаю, Блай в легкую здесь отобьется. Так, криптум урон теряет. Куда ты там, Марик, приперся? Фаербул под эпушком сразу же бывает пробивает. Каюк домой полетел. Нахрена он домой полетел вообще? Ну, типа отбиваться полетел. Ну, Блай саплай глух ему сразу сделал. Говорит, не надо. Не надо строить мидов. Так, куда Блай пошел? Два дрона минус. Здесь на мейне либерончик есть. Собаки роуч прибежали. Фокусы дронов, поэтому не происходит. Ну, вот собачки пришли. Фаерболит на мейне Блай. Две КСМки под удар попадают. Танчики прилетели. 4 танка, ничего себе. Так, что было, я по танку попал. Так, на второй базе добыча активно идет. Здесь вторая база есть, между прочим. Барак домой возвращается. Где медивак с мариками? Где вообще марики все? А, вот они на моей тишине. Теперь здесь ничего Блая не сделают. Блай лейер ставит. Надо третью хату бы заказать вообще. Опять два дрона минус. Где? На второй. Либератор прилетел, наглец, и пошатал тут Блая. По рабочим Блай плюс и лейер делать. С третьей хаты пока нет, правда. Здесь... Блин, здесь экономика-то у тирана на самом деле такая... Которая может зарешать перспективу. Все, сейчас три барака, просто все, что нужно тирану, это сделать здесь стенку из депо заново. Красота, плейблок у него. Будет. Вот сейчас танки он зря чинит. Сейчас ему на Марика строить, когда уже раскачает базы чуть побольше, мува начнет носить, ресурс побольше. Тогда надо вычинить танки и идти вперед будет с медиваками. 4 танка достаточно много, и можно неплохо проатаковать. Так, здесь 8 мариков, либератор третью собирается, каюк отменять. Блай, ну Блай... Так, Блай что? Блай крип плодит пока что. Марик на стену приходит. Крестумор попер вперед.
И Либератор, и Малик. Криптум Урба чуть поставил, не отменяет. Непонятно почему, неужели не сконтролить, не стал заморачиваться контролить даже. Так, Королева плюс Роуч приперлись. Французы будут кидать. Да, смотрите, французы есть. Одного Роуча отдал, больше ничего не отдал. 48, 33 барабочек. Ставят базу 5 карманную. Ставил бы здесь, вот отсюда улетел чиз. И на самом деле тиран здесь и не будет ожидать, что тут базу ставят. А на самом деле грамотно чиза нет. Здесь место такое уже контроль отбывает получается. Третье уже, посмотрите, со цеха. Армори, грейды 1-1, сейчас будет 2-2. Заказано Блайк катастрофически может отстать по апгрейдам. Уже есть, правда, у него инфестейшн, и инфесторы делаются, или рабочего больше, все больше, как бы, ну, может, четвертую сразу, да, Блайк сюда едет, четвертую сразу ставит. Не, ну, пока Блайк грамотно закрепляет, в принципе, от, ну, вот, относительно грамотно свое преимущество, как мне кажется, и так и надо, примерно, действовать ему. Улучшение командного центра. Так, ну что, третью базу занимает, четвертую почему-то собирался поставить, здесь уже прилетел просто дроп с либераторами, блин, с либератором. Не было его нужно здесь бегать, отгонять все. Так, собаки Марина со сгрызли, в это время получает байдроп в карман, сюда к себе. На вторую, трансфьюз же есть, и, а вот все, за трансфьюзом, молодец, Блай королеву. Дроны добычи восстанавливается. В итоге хайв делается. Блай его быстро ульту сможет выйти, что ли? Я не знаю. Быстро ульта это хорошо, но если у нее будет одна броня и вообще Блай грейда больше не будет, то я извиняюсь, это, мягко говоря, не очень будет. Уже 2-2 тут заказано ведь. Так, овера Блай отдал. Здесь около тирана есть пачка лингов небольшая для забегания. Дома спорки две пилить, на всякий случай дропов уже больше не было. Броня готова. Вторая пошла, эволюшн еще один бой ставит. Второй надо было пораньше поставить. Ну, в принципе, 2-1 не намного позже будет. Каюповских 2-2 и можно жить. На 6 часах четвертая баска. А, в общем-то, экономически у Блая все неплохо. Но тиран уже третью цеху поставил, то бишь, в принципе, если сейчас он не будет отдаваться, 2-2 апгрейда, он поймет, что делает Блай, а ему нужно увидеть хайп, увидеть Ultra-Rise Cavern просто, и подойти, как бы, либо здесь вот как-то поаккуратнее с хайграунда поатаковать и уйти, и сюда прирост висит. То есть варианта два, либо пробивать до ультралов, либо уже в либераторов выходить, как бы. С такой экономикой, по-моему, можно и в либераторов выйти, а и с грейдами с такими можно и пробить попытаться. Что Каюб делать будет, я хз. Ну, вообще, у Блая преимущество здесь по всем направлениям, кроме апгрейда. Не сказать, что апгрейды это несущественно, но это не решит его всю игру. Микоз еще один пошел, великолепные микозы, Блай в клан здесь усминает, как бы, танчики падают, еще один танк, все, выход весь в наглухо уничтожен. Это, конечно же, для тирана то, что совершенно не нужно было ему вот сейчас этот бой давать, то есть. И у Блая 4 ультрала, соответственно, сделать с хата готово, четвертая с мейна переводится, часть дронов сюда, 5 штучек, 8 строится, все это сюда поплывет, естественно, все эти 8 дронов, и добыча начнется нормально. Так, Реллджер, Роучи, Линги здесь рядом бегают, 5 ультралов. Так, один заряд, 4 готово, уникальный грейд, 20 секунд до него, здесь тоже там по 20 секунд, даже меньше уже до грейдов, ну 30 только до когтя, давай чуть застыкал с ним, ну ладно, еще 2 спорки делаются. То есть стационарную оборону Блай укрепляет, добавляет еще ультралисков больше, я думаю, что сейчас последует выход где-нибудь на 170 лимита, может быть больше, может быть 200 уже Блай вперед пойдет, не знаю. И убьет оппонента. Так, ну 5 ультралов, все вперед двигается сейчас. Тиран видел, что все вперед двигается. Еще 5 ублая ультралов, все 10 будет. 10 это реально много.
И, кстати, у Каюпа дома вообще ни хрена почти на рампе нет. Что самое интересное. Тупорезит, да в лоб Блай убьет вообще в хлам даже вот сюда, в рампу в эту. Даже с либераторами. Здесь инфесторы и фаерболы, и все. И либераторы вдвоем ставятся таким образом, что можно зафаерболить оба. Что Блай делает грамотнейшим образом. Микоза закидана, инфестераны закиданы. Короче, 2-0 Блай, и он дальше идет. Ну, это очевидно неравный уровень был у игроков. Просто такие игроки, как Каюк, там он доходил до каких-то стадий, там, 1-8, 1-4 в группу СК, наверное, может, полуфинала какого-нибудь, и получал очки, поэтому попал на финал месяца. Кас победил Билыча, Снуд победил Грэмари, браток пока не повел, Гуру Хеллрейзер, ХЗ, что тут у нас? Так, братку прыгнул. Слушай, если он победил, то дед то со Снутом будет. Так, Паш сообщает, счет 1-1, между прочим. То есть решающая карта здесь. Вейстман. Кто такой Вейстман победил Биллу? И может Биллу и не пришел просто вообще? Ультрала визуально с хитином? Нет, нет, не отличается. Здесь странно вот тоже, кстати, да? То есть Мариком щиты, да. Многим юнитам в Старкрафте 2 сделали визуальное отличие вообще. Вот. А такой важный грейд и нет отличий никаких. Ну что, ребят, третья карта. Пингвина в зоопарке посмотришь, ивинг. Или по телевизору, как они в Антарктиде гуляют. А мы посмотрим Пашу братюню. Пингвин уже тем более все сдулся. Сейчас я текстик поправлю, что-то как-то криво тут все у меня. Ну, вам всем спасибо за внимание и за поддержку, естественно. Браток против Винкеля играет. Кто это такой, я хз? Какой-то новый игрок, немец. Я думаю, Паш здесь безусловный фаворит. Ну, как-то он уже карту отдал каким-то образом непонятным. Так, вот ребят прилетел. Собачку минуснул вторую. Сам ничего вроде пока не потерял. Обманным путем заходит на мейн. К Зергу, где у него ничего нет вообще. Не успеваю Зерга. Постоянно на спорку ставить. Короче, 2 собаки, 2 дрона, браток, рипером убил. В принципе, не демонстрируя чудес каких-то контроля. Просто грамотно сконтролил и все. Ну.
Ну, это демонстрирует то, что Винкель какой-то, ну, вот, как-то мертвовато он контролил рабочих своих. Еще дрона, браток, доброму Рипера отдал. Ну, три дрона и две собаки, это нормально. Жизненный путь Рипера, я бы сказал, такой. Стеночки нет на второй базе. Ну, уже гелики вовсю штампуются. Ну, ему... ну как это так-то вообще? Вместо четырех три вот, взять, завтыкать с одним геликом. Есть банша, а инвиз попер. Так, Лейер Оуч Ворон. Уж не Нидус ли это, ребята? Очень похоже на Нидус. Лейер Оуч Ворон, такая комбинация ставится с тираном, то, ну, в 90 с лишним процентах случаев тут именно в Нидус. Да, и Овер подлетает. Здесь 99% Нидус будет. Насколько сможет этот Нидус или не сможет сработать, сейчас мы увидим. Да, именно это здание заказано. 7 роуч строится у братка. Что? У братка Стим, банши дел... Ну, кстати, если банша сейчас улетит, она улетела первая уже, а здесь темная зона, то может быть больно Паулу-то. Естественно. Ну, банша, кстати, на вторую залетела. Все, браток Нидус видит, надо готовиться. Неужели браток Нидус не видит? Уже 6 дронов уничтожил. Все, внизу все поперло. Куда будет выходить-то все? Марики, гелики заходят. КСМ их, браток, выводят. Порок. Ну, короче, зерк. А, у него минералов на Нидус нет. Вот это прикол. У него нет минералов на Нидус. Он дает вообще джаза. Что ты делаешь, братюнь? Ты куда? Чего творишь? Хочет минералов натаскать, а их нет. Браток ждет. Что за херня? Где Нидус вообще? Нидуса нет. Ну это лол ситуация. Сейчас вот все, Нидус есть. На второе дело. Это толк-то ему тут тоже танки сейчас попрут вовсю. Хотя нет, склон строится. Трансфьюзить не успел, ГГ. Хотя энергии было, да, хрена. Понял, то ли молния на улице сверкает. Да, что, браток Снут, я думаю, имеет смысл посмотреть. Лай пока не начинает. А я сначала не понял, что он Нидус не пилит.
Так, ну что же. Так, все еще у кого, у некоторых людей, я так понимаю, сохраняется проблема, что с адблоком не запускается. Ну, по большей части эта проблема была, ну, решена, но что-то, походу, все-таки, ну, не до конца, короче, не до конца. Так, все, Паша пишет карты. Сейчас я зайду на хост и на минутку отойду. Так, ну что же, братюни соснут, там минутку, ребят, просто на минутку отойду. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, ребят, все, я здесь. Спасибо, Секфолд. А опять мужик не озвучивает. Да что за хрень-то такая сегодня, а? Смерть на пороге.
Сигфаульд поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: всем привет. Спасибо. Всем хорошего Старкрафта, пацаны. Спасибо, Сигфаульд. Спасибо всем, ребята, короче. Надо пильнуть рекламку быстренько. За поддержу всем громадное спасибо, говорю, как обычно. Так, попробую закрепить, может поможет. Ребят, Паша через Рипера начал. Газбарах Рипер в ЦЦ-ху, то есть факта с реактором делается. Марика еще подстроил. Снуд что делал? Он пулпер еще ли делал? Вроде нет. Хотя, судя по трем королевам, походу, да, пулпервый это был. Вот, ну, да ладно. Ну, какая вероятность, что Паша выиграет снуд, я не знаю. Раньше он на ладере его пробревал. Вот уже когда сейчас начал играть заново. И не раз. Сейчас, сейчас хз, короче, что будет. Здорово, Батлнетч. Вот. Сейчас снуд топовый стал опять. То есть он как бы... Хоть его снуд и распальтушил, что называется, 4-0 вообще в финале. Но, тем не менее, дойти до финала ВЦС, извините, это... Это хорошая заявочка. Так, 3.45, что-то снуп перемасил знатно. И вот, посмотрите, ну что это такое? Рабочий вообще не строится. Такого вообще моментов быть не должно. Они подряд должны строиться. Вот подвал вот так заказан. Я только сейчас Паш подвал заказал. А уснут уже третий, просто 20 дронов. Чё себе. Только третья готова, и там уже 20-ка дронов. Просто еще 5 строится. 2 эволюшена, Роуч Ворон попер. Офигеть. Любимый оранжевый снут стиль, видимо. Чё-то как-то слишком снут, по-моему, Паш по рабочим перемасил, у меня такое ощущение. Хотя не по 3. По 3 рабочих все-таки строится и быстро браток здесь нагонит, я думаю. Цеха, вот вопрос, когда полетит третья. Ну, смысла пока не вижу особого лететь. Здесь 10 КСМ вообще на второй вон базе всего лишь. Поэтому спешить туда. Вот опять, смотрите, ну, опять не строятся рабочие. Ну, 5 секунд, ну, не строятся. Так я каждый вот одного из 5 рабочих так провтыкал, все, на рабочего меньше получил. То есть 5 завтыков таких сделал, если... Даже, блин, 5-5-25, даже больше на рабочего провтыкать. 5, 4 раза, все, уже. А их 2-3 раза, это уже больше, чем 12 секунд же рабочий строит. Вот так вот. То есть 5 раз так завтыкал, 2 рабочих уже не досчитал сам по себе, по билду своему. В итоге вы видите, 62-45 пробам, Лерди, что-то тут еще собаки 2 КСМа сгрызли. Где они тут вообще грызут их? На третьей базе. 1-1 примерно одновременно, но пока что не катастрофическое отставание, но уже даже без боя, посмотрите, вот лимиты вообще. Звук от рекламы вообще вырубается, но некоторые есть рекламы, в которых нет. О них, если не впадло, то пишите как бы там на саппорт собак Good Game. То есть там стараются исключить рекламы, которые неконтролируемые Миша. Специально, чтобы, ну, чтобы поставить в статье, где нормально звук можно обрубить. Как бы. Так, рекламы ваш выбивает. Сзади-то один в тылу остался. Ай! Повезло, кончился скан. Вот.
Так, ну что же, Хайф и Шпиль, ну тоже 2-2 грейды. Раньше, чем у братка атака на технику, тоже 2-2. Хоть что-то маленькими тут пытается типа, шатать где-то сзади, крип подгребать. И ну крипто подгревает, а дальше-то что? Просто вот я не пойму. Одного пробриванием крипа одним не выиграть, просто оппонента. Попытка геликами 4 заехать, видит снут. Ну, на собаку сагрился, если бы сразу поехал, успел бы, может, даже доехать бы тут, но... Сагрился на линга и в итоге никуда не успел. Так, здесь, ну, что-то роучи заблудились. У нас тут гроза намечается, кстати. Намечается выход, браток собирается делать. Ну, куда выход-то делать? Здесь уже все в крипе нафиг, вот, все. И сюда так просто даже ко второй базе не подойти. Уснут уже 5-я ставится. Браток 3-ю, 4-ю цеху ставит. Greater Spire, что 8.40 просто. На 8.40 просто Greater Spire Снут заказал. Может, даже 8.39. То есть уже хайп был готов, как вы понимаете. Ну, ща Микоса ему этот дроп сбит вообще, если браток так бегать здесь еще будет. Надо загрузиться, сесть и полететь еще вперед. Опа! Видит, браток, что творится-то тут? Идет, браток, вперед! Сейчас Микос получит, он это печаль будет для него. Фаерболы пошли. Правда, хорошо, не по медивакам они пошли. Сегодня весь день гроза какая-то. Он затопило все наглухо, блин. Весь город вообще. Три-три грейдики, ребят. И Greater Spire доделывается. То есть все, 9.56, Greater Spire готов. И 5 брудов первых заказано. Братов пытается идти вперед. Стим, скан минус крип, видит инфесторов. Танчики поближе бы надо было подвести братку, но... Ай, как медиваки, Снут облочил просто! Сколько их сейчас погибло-то? 6 медиваков сдуло вообще. А не, может не все здесь, кстати, может быть там в дропах часть погибла. Наверное, да, штук, ну, штук 5 сейчас точно было уничтожено. То есть бруды летят вперед, браток уступает, на 2 медиваков остался жить в медиваках. Уснут 3-3 грейды делаются, 273. Бруды начинают бомбить. Либератор, жуть, либератор сделают. Чем брудов-то убивать, не пойму. Ну, вот, мариками, да, но ну всеми бы. Но если только микоза бы не было, это было бы возможно. С микозом это практически невозможно. Танки свищ. Сейчас надо вручную танками фокусить. Браток, кстати, и делает неплохо. Викинги как-то на фаерболах отдали сейчас, как, я не понял, честно. Так, задержка 2 минуты у нас. Вот он, значит, пишет, даешь выход. Из игры я могу добавить, потому что у меня дальше уже прошло, чем вы видите, ребята. И, к сожалению, Паша здесь уже все. Не втащить ему. Как-то со Снутом надо быть более активным, пассивным, который сейчас сыграл и в итоге поплатился за это. Ну, Снут в хорошей форме сейчас находится, вы знаете. Сами кто вам это замечательно, да, этого Снут не занимал там место в сезоне, особенно в начале, по-моему. Как тут сейчас подусилился перед... перед Близконом. Так, Марики и Викинг 78-166. Одну факту готов книжку жил, но толку мало здесь. Цеха падает, четвертая вообще. Ты плачешь? Глаз, да, не плачь. И не надо меня топить. Так, браток с КСМами в последний бой пошел. Который трудный самый, но... Здесь всего лишь Т надо было нажать. Но трудно нажать F10 выход из игры, потому что не хочется проигрывать, естественно.
Ну что, Варди сейчас восстанет следующую карту. Тут Г 2-0. То есть за одну карту ты сразу 2 очка даешь. Одноват пока, блин. Так, странно, что-то я не запрыгнул. Заинвайтим чела. Так, привет, Иван Антоненко, ХЗ. Если с сеткой помогут, как в прошлый раз Элейзеру, то стопудово дойдут, как бы. Но надо из группы для начала выйти, там группа-то жесть. Вот, но посмотрим, не хочу вперед забегать. Я надеюсь, что, ну, хотя бы НИП достойно выступит. Но всякое бывает, форма какая будет и т.д. Короче, посмотрим. Сюрпризы всегда бывают, в общем. Спасибо всем за поддержост, ребят. Пусть бы отлоки включать, конечно. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте. По возможности у нас вторая карта, браток. Ну, далее ворвемся к кому-нибудь другому. Так, Блай у нас что? Хеллрейзер. Блай ждет гуру Хеллрейзера. Касс бьется. Ну, кстати, у Касса не сильный игрок. Вейстмен какой-то. Я не знаю, кто это такой. Так что Касс, возможно, в одну вторую пройдет. Блай шанс есть вполне. Не знаю, как гуру из Хеллрейзера выиграет, то Блай будет с ним играть, и кто-то по-любому в полуфинал пробьется. Вот, если нет, то нет. Соответственно. Но гуру сейчас неплохо на самом деле. Ну вот Касс Рейнера недавно же пробревал, по-моему, на Гоу ФСК, кстати, мы и смотрели. То есть, в принципе, Касс может до финала дойти. Братку привет передать. Так он же, наверное, стримит сейчас. Передал бы сам. Тем более, я не могу в игре игрокам писать. Вот там, в чатике, да, вообще. Так, откуда мой голос еще взялся? Надо сказать, а по дефолту Twitch рубается. Ну да, это тот, кто второе место занял в воскресенье, конечно же. Вот какой же еще это может быть Снуд. А у Паши опять третий ЦЦ достаточно ранее. И через Рипера Марика, Газбара, Крипер, ЦЦшечка факта, соответственно, реактор выходит в третью ЦЦху. Сейчас гелики будут. Далее что, ХЗ еще там будет. Может мех сыграть, браток, попробовать сейчас.
Пока что вижу лаву на бараке. Возможно, фарты сейчас он построит два гелика, перелетит, соответственно, фарту сюда закажет один танк, потом барак перелетит на лаву после танка, факта улетит куда-нибудь сюда, еще реактор закажет, здесь барак будет, еще один барак с реактором одновременно прибудет. Нет, Steam ранний. Не прав я был. Значит, задержка 2 минуты, надо было раньше говорить. Уже поздно. Так, 18 собак заказано, ребят. Кого каст там вин? Вейстмена уже вин? Дайте-ка обновлюсь-то я тогда. Да, уже Вейстмена нагнул, каст чуть-чуть быстрый. А, там пингвин, там не только Рейнер, кстати, там пингвин. Пингвин это каст тоже пробревал недавно как раз, по-моему. И в финале я играл с Блаем на Гулф войска, я проиграл, кстати, вот что было точно. Последнее Гулф войска Блай втащил при отсутствии других игроков, соответственно, потому что они все были на УЦСе, ребят. Ну вот Снут уже вернулся, например, и бьется Гулф на Гулф войска. И Беллинг басит Пашу, у которого нет ни бункера, ни хрена. Собак, ну очень много идет вперед, маленький здесь план падает, естественно, все. Взрывают рампу, беллинги взрывают все абсолютно. Один беллинг прям в рабочих заходит. Демеджит очень сильно рабочих. Собаки все новые и новые затекают. Миллионов Снут сжимает, убивает. Еще одного гелика пытается убить, собаки врываются. Рабочие в атаку идут, но они падают. Естественно, и Снут не останавливает продакшн самих собак. То есть он дожать решил. Да, печально кончилась эта серия, 37-15, блин, слушай, там уже эволюшены добавлять, стенку восстановить никак, братку, ресурсов нет, как и ГГ, ребят. Снут идет далее. К сожалению, Паш проигрывает, ну а что делать, Снут очень сильный оппонент. И мы, кстати, к Блаю еще, походу, успеем, да? Ай, менее минуты Блай в игре, с кем он играет-то вообще? Как я не успел-то? Оппонента нет, а была менее минуты. Ну, ё-моё. Жаль. Так, Пингвина Рейнера не стримит кто-нибудь? Так, ты Тейк-ТВ здесь с нами стримит вместе. Так, ну я буду касса игру ждать, потому что у него как-то топовая, мне кажется, самая. Так.
Так. Так, Гуру Блай стартанули у нас. Может, пока Кас не кушает, посмотреть Гуру Блая маленько. Так, почему Снуд против братка играет? Вот сетка, можно посмотреть. Так, а с Рейнера будем запрыгивать обязательно, пока что Блай. А где что-то я их вырубил-то? Случайно просто звук убавил. Сейчас отвлекся на сетку, раз посмотрел. Давайте посмотрим. Ну ладно, здесь пока Кас кушать все равно будет. Мы посмотрим данный матч некоторое время вообще. Just a two-base approach here so far. Getting that speed up. I'm not sure if Bly's ever seen a third hatch. No, he has Bly's seen a third hatch. But, you know, he's an aggressive player. You can expect Bly to have something early going on. He's getting an evil chamber, perhaps. Is there an overlord in place? Ну что же, тут Bly чуть в плюсе по лимит. У него боевого больше, эволюшены делаются. Тут Блай кто умудрился при этом развалиться, у Гуру тоже 20 собак заказано. Главное, что у Гуру еще и третья база есть, и рабочих больше, и... А, у Блая плюс Блай Эволюшн, погодите, у Блая плюс один, Роуч Ворон пошел. Кушать будет вообще. Так, выводит власть собак своих на арену, так сказать. У Гуру 22 линга в продакшене. Блай тут на третью накинулся, но у Гуру очень вовремя вылез прирост. И Гуру резко больше, чем Блай стал. Блай по рабочим-то нагнал, но третий-то у него нет. И роучи у него нет пока что, правда, нет. Скоро будут роучи. Вот. Нужно заказывать, нужно плюс один роучи делать вообще. Так, первый только роуч углаем. Стенку с хайграунда делает вообще. Гуру приходит, так сейчас Гуру прогрызет Блаю стенку. Я не понимаю, что Блай делает вообще. Ну, это типичная история блаевская какая-то. Сейчас Гуру плюс один отменит. Вообще дичь какая-то. Трансюзов нет.
блядь. Как это по-блаевски вот такую херню сделать просто? Ну все, гуру плюс один отменил роуча. Не то, что бесполезно, но слабый становится. Я периодически буду проверять. Я думаю, все ок будет, как его здесь. Там я попаду, ребят, здесь Рейнер продолжает что-то пытаться сделать. Сам Роуч Уоррен ставит, и... Ой, Рейнер, Гуру, какой Рейнер? Рейнер, действительно, каст Рейнера, я просто посмотрел туда. Здесь Гуру Блай, конечно. Ну, наверное, есть какие-то шансы тому. У Блая здесь закамбэчит, потому что Роучи много строит. Или имеет БВО даже чуть больше. Ну, Рейнер сам Роучи пилит, и тут тяжело что делать. Блая Блай эволюшну пробивает, чтобы выйти. Вышли в Рудлинге. Третью Блай заказывает. Кстати, Блай мог бы и в третью выйти, в принципе, теоретически. Но с таким отставанием навряд ли что-то выйдет. Вижу, что подземный мув пошел без закупки, правда, почему-то. Вот закопка. Так, здесь смотрю, Блай пытается что-то сделать, ну лимита видите сколько. Ой-ой-ой, здесь на 20 боевого больше, и в целом чуть ли не на 40 больше гуру. Здесь все ясно, что это 1-0 гуру, похоже. А что же касс у нас? Так, сказал админ, что не вроде, что браток будет стримить, что жалко, что ли, пусть стримит, конечно. Вот. Отвлекся. Ну тут Бла еще тянет пока. Ну 40 лимита уже отставания, я не знаю. Когда там уже матч будет создан. Хочется из игры касса Рейна че постримить. Затянулась часть сетки вот там вот. Но, с другой стороны, там снут в полуфинале в дальнейшем. И вот теоретически, если браток затянется с гуру, мы, может, на второй полуфинал успеем. Я сомневаюсь, просто что успеем. Но, возможно, снут быстрее сыграет вообще. Так, ну гуру вперед идет, 155-151, решаю какие-то организационные моменты, чтобы Паш постримил. Вот, а я. А я смотрю, как Гурус бьется с Блаем. Блай заходит, королев чуть повел, зачем-то Гуру все армии вернулся, у Блая уже стоял.
Кот побежал на... Да, что Гуру делает вообще за бред? Гуру хайф пошел, Гуру там стебется, что ли, или что? Так, чё себе, смотрите-ка, у Блая-то 11 люркеров попёрло. Блай вытащит еще такими темпами, блин. Так, ну что, Люра расплетилась? Ну там хайф, там бруды уже пойдут. Короче, ребят, Тублая хочет досмотреть, досматривайте, Гаунлет стримит его. Вот, а я пойду в игру туда. Так, секундочку, ребят, погодите. Все, ребят, я здесь контролю грибы просто, как там поживают. Очень много маховиков и всяких, еще и белые даже не чистил. Вот. Ну что, Кас против Рейнера? Держите меня в курсе, как там Блайда играет. Может быть, он там закомбэчит как-то, зацепится за игру за эту. Я не знаю. Так, ну что, 17-я хата Гаспу у Рейнера, у Касса, соответственно, Газбарак, Рипер в ЦЦ-шку факту, билд стандартный достаточно, Рипер со скином такой у Касса. Нормально все вообще. Так, ну а Рейнерчик что? Смотрите, молодой, а без скинов играет всяких, да? То есть обычно вот это вот из Детона, да, где поумоложе аудитория. У Рейнера нет скиллов. Надо ему подарить скины, чтобы были. Короче. Дольше Рейнер хочет побеждать, ему насрать на скины. И это правильно. Так, скорость заказана. Сейчас будет соточка газа есть. Две королевы, два дрона, что ущерб скорости. Рейнер мог бы секунд на 7 раньше заказать. Но я думаю, это сильно не зарешает. Зато бы два дрона были бы секунд на 7 позже, получается. А это может зарешать. Потому что это экономика, это толчок вперед. И третья хатка вот как раз намечается здесь. Кас дома рипером сидит, никуда не летит. Ждет собак, а их не будет. Собак, потому что Рейнер вообще их не срубит. Смотрите, подстройка под касса чистой воды. Идет под халявочку, под халявку касса. И то, что рипер дома сидит, вообще печаль. Кстати, в самом начале Зерк уже в плюсе по рабочим. Это не очень хорошо.
Сейчас прямо презентация нового iPhone X. Ну все, бросаем стрим, бросаем все дела, блядь. Зовите бабушек, дедушек, мам, пап к экранам, блядь. Смотрите, как iPhone презентация. Вот. Проходит. И надо собрать в ООН заседание. В связи с этим событием, я думаю, еще. Так, ну что же, собачка побежала. Терял Касрипер. Вообще его не контролил, по-моему, непонятно почему. Так, 40-30. Ребят, полиомету. Все, Блай уже слил карту первую или еще пока бьется. Так, спасибо, Рамыч, за голосовалку. Почему каталонский только? Ведь Рейнер же итальянчик. Оп, неплохо, минки зашли. Ну как неплохо? По крайней мере, обе закопались, уже хорошо. У КС 3 цеха стенку закрывает полностью. Блин, как это получилось. Прямо крестообразная стенка. Две инженерки пошли примерно одновременно с эволюшенами, кстати, они заказаны были. Два гелика. Собачку сожгли. Ну что можно сказать? У Рейнера лучшая экономика, но вот этот заезд касса может сделать его хуже. И в принципе, когда сейчас добавляет 30 цех, он спокойно может нагнать, тем более, когда 9 дронов погибло. Это печаль полная. На мейне у Зерга касс вышел вперед по рабочему, это просто замечательно, что сейчас происходит. Вот. Так, что ты там, Бодулыч, мажешься? Чем ты там мажешься, точнее? Не надо мазаться. Так, а мне говорил кто-то про бой Головкина, а во сколько, когда он будет ССБВ? Сегодня еще футболку это говорили, там ЦСКА что-то играет, ну, говорил кто-то, может, это правда, наверное, во время трансляции будет StarCraft вообще. Половина людей, вообще любые телефонки использующие, не знают, даже не подозревают об их функциях полных. Я подозревал, но я ничем не пользовался, как у меня был он Xiaomi. Мне просто удобно было, ну как бы телефон, слышно хорошо, смс-ки писать удобно, отвечать единственное, как бы. А так, ну, хз, короче. И мне компьютера хватает за глаза, залипание в нем постоянного. Короче, ребят, третью указ занимает. Давайте по игре, что-то я вообще отвлекся. 1-1 здесь у Рейнера доделают указы, уже готово. Почему-то он только атаку закрыл на броню. Газа не хватает. Сейчас, так, здесь стенка закрыта, все в порядке. Здесь тоже стеночка из депошечек пошла на третьей базе вообще. А, понял. Ну, пусть играют. Нам не до футбола пока. Здесь посерьезнее войнуха идет. Кас против Рейнера.
Так, ну, каст начинает агрессивничать, ребят. 160, его лимит на 140. Я смотрю, все за чатом что-то. Воскресенье ночью будет. Воскресенье ночью. Воскресенье ночью надо жить вообще. Так, требуешь меня красоты? Нет, меня, у меня убожество сплошное, как бы правильно требую. Расстроюсь. Очень много мариков и хелбатов. У кас 61 марик, 5 танков. Хелбатов немного, 2 точнее. Очень много мариков и 5 танчиков, есть 5 медиваков. То есть это какой-то агрессивный пуш, видимо, будет со стороны касса. 183, 137, смотри, какой макро у касса вообще. Достойно, смотрите, 3 медивака здесь, целый выход здесь, с этой стороны. Может, уже имеет смысл все соединить, прирост очень вовремя подводит. У Рейнера 5 ультралов, нужно до этих ультралисков решать вопрос кассу. Хотя, в принципе, с танками можно и ультралов будет забрить. Вот залетает на мейндроп, собачки сюда прибегают, на дропаться прям в плетке. Что мешает дропаться к самому краю, я не понимаю. Ведь тогда на халяву собак всех убьешь. Ну, касса так собак убила, в это время с ультралами будет принимать, которые еще мягкие, без уникальной брони. Идет вперед касс, как же они падают моментально. Агрит, ой, как бы, блин, зашел агрит на танчиках ультралис. Ну, тут трансфюзов что-то много слишком, по-моему, нет. Но их не хватает все равно, и на мэйне медроп разнес здесь все. Так, блин, не пришли, и отменяют. У них все, у ультралов уникальная броня. Посмотрите. Как можно, вот сейчас пособие было, как с лимита 170 против 130 получить лимит 160 в пользу оппонента на 130 твоего. Просто взять, просрать дроп и просрать выход здесь. Ну, ультрала это сильный юнит, конечно. Ну, что-то касс вообще развалился просто ужаснейшим образом с двух сторон вообще. Так, футбол не больно стилить. Немец уже нельзя. Тренинг с выживанием. Мне с грибами надо будет заморачивать. Я чтобы показывать, что в них лежит. Часть, где там маховики, листички всякие. Мама делает. Так, забегание от тренера на второе. Боже мой. Сегодня, как я. А бывает никогда нет. Ну, бывает. Так, налом на четвертую, налом на вторую. Либератор пока держится, но недолго. Одну королеву спалил. Ультралы, конечно, растопчут они сейчас эту хату. Цеху, точнее. Если каст цеху отобьет, у него еще, блин, шанс. Почему не чинит рабочий, я не пойму. Рабочие ничего не чинили. Королев можно хотя было бы забрать. Медиваков не схватает катастрофически кассу. У Рейнера еще 3 ультралиска, 7 уже есть. Сзади есть либератор, как-то что-то под него не идет, не понимаю почему. С цеха с мейна летит сюда. 116-149 боевого, кстати, касса, кстати, больше. И грейды 3-3 стали. 4 либератора строят, а био-то кто вылечит? Ёма, построят 4 медивака, чтобы они вылечились все наконец-таки, эти парни. Браво, все. Кстати, есть либератор сзади, Гроукас вообще не трогает почему-то. С собой не берет. Сейчас новые прилетят. Так, собаки ГСМ их пропустил. Нормально, ехали, депоху надо закрыть. Депоху закрыл. Четвертую взял, кстати, лимит-то еще есть. Еще можно и тащить. Отменил крип рядом, который мог, который безопасно можно было уничтожить, и отошел.
А у Рейнера 3 инфестора, вот это печаль вообще. Так, слушай, нифига себе смачится, да? Ожил, ожил просто и масится в жесть вообще. Почему, что мешает тут сразу в микс начать либераторов добавлять? Ну мешает... А, ну понятно. До этого, тут, конечно, я не прав такие вопросы задавать. Почему? Это же мешало кассу незнание того, что вообще будут ультралиски у Рейнера. Они застали его врасплох, и вы видели, что в итоге произошло. Но в итоге либераторов очень много у кассы. 7 штук и 3, 10 будет. Ну тут корапторы, конечно, есть. Но может произойти что? Если будет много био, грейды-то у кассы лучше. Либераторы просто минуснут всю землю рано. И потом, как бы, марики с земли разберутся с теми же корапторами. Может быть, такой расклад произойти. Есть касса 4 летает, видит собак. Смысла нет сюда дропаться никакого. И Грейт Спайр. Вот уже когда Грейтер Спайр у Рейнера будет, это совсем печально будет. Так, идет Кас вперед. Какой микозище заходит! Либераторы разложены, все. Корапторы принимают. О, нет, таким образом либераторы быстро ничего не минусуют. Ультралы отшли назад, корапторов минусуют Рейнер. Кас, простите. Рейнер ультрали, кто слил, кстати, Кас все равно больше пулемитов. Надо складывать либераторов. Вот нахрена вот таких вести? Рабочих взять тогда вообще? В общем, на мейн отказ зашел. Надо контролить его очень сильно сейчас. Потому что он будет решать многое. Это дроп. Скинется касс, идет вперед. Либератор раскладывается. Что это рабочих-то выведет? И что-нибудь вы... Ой! Вообще увидели? Доля секунды бы раньше в запас бы, получил бы этот инфестор просто люлей бы. В итоге он заполз, и нормально заполз. 115 на 85 в пользу касса. По лимиту боевому, между прочим. Фугасов у касса. Про фугаса забудьте. Касса, фугасы. Это вообще несовместимые вещи. Он вообще редко, когда фугасы заказывают. Получается мне заказать. И опять же, посмотрите. В такой важной ситуации, когда давление такое идет, самое, что ни на есть. Ой, ну, блин, у касса дома стоит просто гигантский прирост. Ай, какие минки! Либераторы ультралисков забомбили, здесь ультралис забомбил. Все, корабторы в тыл залетают, минус все. Нету медивак, нет ни хрена. Разгромил прирост дома, конечно, стоит. Вот, пожалуйста, как все сдохло, касс вперед его берет. Вот сейчас подведите сразу. Прикиньте, вот эти юниты здесь были бы. Чего бы мясо разорвало, блин? В итоге все-таки солет, похоже. Касс уже, он был близок, сейчас будет камбэщить, но что-то не хватило. Инфестор эти халявные пузят. И, ну вот как бороться с этим? Возьми... Оп, инфестор, хорош, минка, молодец. Возьми ты сюда просто пару рабочих. Вот сейчас корейцы, многие так делают. Пару туреток запилил здесь, просканил, видишь, крипа нет. Взял рабочих и запилил две туретки, инфесторы дохнут, там все дох. Вижен есть. Против корапторов оружие хорошее. Так, 120 рукавства, кстати, больше пулемишу, самое удивительное. Сцеха сядет вообще, да, садитесь сцеха, надо вычинить ее, блин. Так. Пошел выход очередной стороны касса. Био много, 4 медивак, 6 минок, либератор 1. Вот у касса все время. Сначала одного нет, потом это получается одно. Погибли юниты, опять нет ни хрена. Так, инфесторы здесь. Не пофиг. И дальше что у Рейнера вообще есть по земле? Три ультрала? Ну, это смешно. Сейчас вычинит. Как, кстати, медиков-то нормально здесь у касса, между прочим. В этот раз. Так, минки копают. Стим очередной пошел. Ультрал заходит. Ультралу прилетает неплохо. Третья броню, кстати, Рейнер доделал, между прочим. Стимиться касс ни в коем случае больше нельзя. Нужно отступить, нужно вылечить все. Нужны еще медиваки, нужен прирост, в конце концов. Касс отступает, видишь, что все краснющее в хлам вообще его юнита. Пятую занял снизу вообще. Так, собаки опять же через минку пробежали. Хорошо, касс не всеми стимится, частью небольшой только. Фугасы, Кас. Сделал фугасы, ничего себе. Вот это жесть. Кас сделал фугасы. Ну это точно победа, походу.
Раптор ультра, вот все вперед идет. И сюда бы сейчас Рейнер зашел этим стегом, он так бы огрел бы жестко. Вы просто не представляете как. Все, вылечит. Почему Кас не хочет медиварку запилить? Я просто не понимаю, несколько штучек хотя бы. Все, фугасы готовы. Слушай, сейчас 140. Агрит сейчас Рейнера. Рейнер контролит, он не настолько, но бед, чтобы не сконтролить. Минки чего-то не достают, блин, рядом ультрал, там на грани был, на границе вообще дальности действия мины, но... И опять каст только что больше лимита было, сейчас меньше. Рейнер слишком много ультралисков, блин, строит. У него... Так у него есть карапторы! Конечно, он ультралисков будет строить. У него карапторы есть, он... То есть он уверен, что либераторов собьет просто. А, он тут один, кстати, либератор, так толку с него. Каст решил землей брать ультру. То есть минами, да? Да, один мин. Ничего себе, кстати, сплэшочек-то здесь знатный зайдет. Ультре по серии. Главное на Микос не напороться жестко. Кас реагирует. Вон они где были. Ну что же ты, сканта? Нету энергии, что ли? Так, забегайте. Да, возможно, у Каса не было энергии. Там просто дичайший. Короче, был сканты. Синфесторы могли сейчас отдаться. Минки вместо ультрала стреляют собак. Это не нужно Касу абсолютно вообще, чтобы они так стреляли. Пять не ходит. Рейнер принимает здесь Кас. Кас идет 7 вперед. Минки сзади все, блин. На минку что-то Рейнер долго еще доходит. Минки же стреляют. Недевайки, конечно, живут. По карапторам, по всему прилетают. Кас чуть-чуть больше и по лимиту. Так, либераторы новые пришли, кстати говоря. Мины-то есть еще, кстати. И все эти инфесторы не могут Касом быть уничтожены никак. И опять вот, опять перекос, блин, по медивакам, чертам. Ведь мог Кас эту игру, прикиньте, сколько раз Кас мог тащить эту игру, и чуть-чуть все что-то не хватает, чуть-чуть реально. Ультру фокус, 50-62, копаются минки, бабах-бабах. Вот в какой-нибудь момент идеальный бы баланс был, чтобы и то, и то, и то было, там, и медиваки, и либераторы, и минки. Все, убил бы нафиг. Кан минус инфестор, хорошо, кстати. Еще лимит, посмотрите. Лимит это на 20-ку Кас еще больше, и Микоза лишается Рейнер. У него два ультрала, блин, один из которых дохлейший просто сейчас. Все собаки будут так от демо слышать. Касу нужны базы. Базы всем нужны. Касу больше, чем остальным, потому что Кас без базы как-то не Кас вообще. Кас не халявил. Это увольте. Рейнер хорошо контролит. Неужели Кас пробреется эти Рейнеры? Это просто какой-то, я не знаю, код вообще галимый. Беллинги достают. Да поближе одного-то подведишь ты, Касец, уже. Ну ближе ты, чтоб он постоянно в них заходил, в этих... Почему до сюда не ложит либератор? Просто понятия не имею вообще. Все-таки Кас сбривает. Смотрите, Кату. Лимита боевого больше, 7 марик, 3 мародера, продакшн стабилен. Опять медиваки просто энергию просрали, всю абсолютно. Опять у Каса ни хрена нет энергии, но очередная хата падает. Здесь контрзабегания какие-то намечаются, вот уже идут. Марики идут вперед, вот тот раз прирост Кас идет. А забегание кто отобьет? А никто не... А, вот Марики отобьют с мародерами. Все нормально. Либераторов надо забрать. Складывайся, Кас, уходи назад скорее. Так, собачки будут отбиты. Что-то туда-сюда Кас походил. Караптеров оголил. Ой, точнее, либераторов Кас оголил. Рейнер это видит, залетает. Минки-то будут стрелять туда, нет? Как они не достают, ты не понял? Уже какой раз смотрю тут вообще? Хрень. Минки каким-то образом не достают. Так, туретку Кас ставит. Ну не уводи юнитов-то отсюда. Видел, значит, что собаки есть, туретку ставят, юнитов... То есть им бачится, лечить нехрен, вообще нечем это все делать. Собак на Кас убил, вернулся, два медивака, они... Три медивака, они запарятся все здесь лечить вообще. Все перестимленное в хлам, блин. Пять забегань, блин, мулы новые летят, но лимита Кас на 25 больше боевого. Наконец-то Кас додумался, что медиваки нужны. Просто какой-то, я не знаю. Так, Минк собачкам бомбанит. И неплохо очень это делать. Так, есть инфесторы здесь. По карапторам Минка бомбанит. Кас застимился. Куда дроны поехали, кстати?
Раз снимется, рабочих сейчас будет ушатывать. Хату будет ушатывать. Забегание от тренера опять идет. Примет там, как забегание-то есть чем отбить. Так, несколько маликов есть. Снимется, как два сверху стоят. Халявка, блин, ничего не делают. Инфесторы опять ползут. Вот тренер халявный. Просто зачем здесь группа это стоит? ЦЦ, Орден Тарфа, на, не надо! Надо, надо, Федя, надо, блин. Жесть, ну все равно касса на 30 лимита больше, он может еще втащить, но ши тут просто немерено что-то. Скан бы сюда, а теперь сканов-то не остается почти, получается. Хаты, кстати, у Рейнера баз нет. Посмотрите, у него только дистанс майнинг, между прочим, остался. Идет хат вперед. На Микос попадает. Мимки жестко бомбят, конечно, но надо уходить, надо под Либератора уйти. Ультралис падает. Нужен еще один скан инфесторов-то надо принять. Кас, куда ты пошел красным этим хер юфтей? Медивак вообще нет, ЦЦХ перелетел. Вот касса есть ЦЦХ, понимаете, здесь мулов просто накидать и все. Скан есть сейчас. Линга надо выбить. Не дает Рейн просто. Откупил как домой. Рейнер, конечно же, корабторами медиваков не отпускайте. Корабторы прилетели, не понимаю. Тут медиваки на вес золота. Касса на самом деле. Поэтому нужно их контролить просто замечательно. Мариков побольше бы на кассу настроить. Хату Рейнер за дистанс майнинг сейчас наносил на хату вообще. Так, 53-48, все еще лимита больше. Но у Рейнера, понимаете, у него Микос, у него королева. Юнитов мало, вот он сейчас будет идеально контролить все это дело. Касса будет предельно сложно здесь все убить. минут уже игра идет. Базов добывает. Все, тут, короче, если касс сейчас в ближайшее время не зашевелится, то ГГНчик будет кассу. Похоже. Давай, удиви меня. Так, как там Блайк, кстати, с гуру? Поживает. Хотелось бы мне знать, они доиграли уже или нет. Касс, видимо, думает, что там дистанс майнинг, а там уже не дистанс майнинг, на самом деле, у гуру. Касс сейчас билд устроит, но, понимаете, у Рейнера микс остался крутой, у него все тут есть. И либераторы, и эти, есть и корабторы, есть и микос, и ультралы, и королева. С энергией, между прочим. А у касса только био, и все. То есть по технологиям провалище. Без хотя бы парочки, троечки либераторов. Окей, либератор. Здесь корабторы есть, понимаете. Зеленки. Газ заливает. Рейнер достал уже вообще. Газ-то касс не особо нужен. Рейвену касс пошел. То есть он против. Его настолько достали инфесторы по земле, что он Рейвена делает. Что нахрен он нужен вообще. Хотя, в принципе, полезный юнит, но... В плане обнаружения, но если Кас проигрывает один бой, он теряет и Рейвена сразу же вообще. ЦЦХ там далее полетел. Минки начал кастроить. Ну хоть минки. Что-то нужно просто, что помимо био будет ультралом урон наносить. Минки, они в чем похороши? В тем, что они и по корабторам, и по всем стебают сплэшем. Вот. И по ультре, в принципе, они дэмэдж какой наносят. Вот, либераторы фиговы тем, что здесь корабторов осталось достаточно много. 6 штук, их достаточно, чтобы все тут разбирать. Так, касс опять начал шевелиться, боевого опять же больше, чем Рейнера. Медивак, опять же, провальное количество, 3 штуки, если быть точно. 3, начинает как-то убивать, чтобы Рейнер не набил, там в тылу не ходил. Сразу же получает контрзабегание касс. На все базы ЦЦХ утеряет на корабторах. КСМ их теряет на собаках вообще.
Чё, гуру Блая минус ну, что ли? Инфестер с полной энергией, 73-82 уже в пользу гуру боевого. Точка Сумбур, ну, еще вперед выдвинулся. Ну, гуру грамотно развел сейчас каску. Это вот куда он ходит-то, все армии? Что он здесь делал? Возьми несколько юнитов и скрип выбить хочет. По частям просто, как у бога сейчас. Не провел, вот, блин, бесит, что даже боя последнего не дал вообще. То есть слился по частям и здесь уже растоптана эта армия будет. Ну, кос попер, ГГ 1-0 рейна. Жаль, но ничего не поделаешь. Ждем вторую карту вообще. Ну, Каз достойно бился, он недавно рейна выигрывал, поэтому я думаю, что все нормально может быть. Главное собраться и бомбескос делать. Так, всю каску стану. Так, ждем в арте, короче, сейчас начнется все. Так, присоединяемся, Вардих останет, да.
Так, что за неизвестный тут меня поддерживает, смотрю, все. Спасибо неизвестному. Неизвестный поддержал ваш канал на 225 рублей. Спасибо большое за поддержос. Извините, что-то вручную приходится озвучивать, прожимать кнопку, иначе вообще не озвучиваться не хочет. Так, ну что, Рейнар Касса повел 1-0. Ждем. Да ладно, потом матч включу, если успею после финала. А может не успею, секунду, ребят, просто стойду на секунду, прибегу, посмотрю, как что. СМ готов! Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Так, так, я и знал, что там все не так. Короче, ладно. Давайте смотреть. Рейнар Касс, ребят. Так. Значит, хочешь доказать, что чат глуп. Может так получиться, что чат обратное докажет. Поэтому, наверное, так и получится даже. Поэтому, я думаю, не стоит. Вот, давай лучше игру смотреть. Касс против Рейнера. 1-0 Рейнер повел. Опа. Контрзабегание с шестью рингами. Неприятнейшее контрзабегание. Минус. Марик и ЦСФ он начинает бить. Там, там кстати, Блай должен со Снупом, этот, Гуру должен со Снупом, да, начать играть был, по-моему. Да, Гуру. Похоже, что мы можем лишиться вообще наших игроков всех до финала. Гуру Снуп начали, кстати говоря. Печально, конечно, будет. Труд до конца. Досмотрим могу поиска. Че себе прогресс Рейнера до красна вообще? Третья ЦЦХ на мейне. Кучка с халявит. Стандартный билд. Рейнер этого не видел пока. Это хорошо, что не видел. У него третья пошла. Он стабильно тоже развивается. 33-25. Уже на 8 рабочих больше вообще. Водками радовать не надо. Но если счет поменяется, можешь сказать. Опасные моменты описывать не надо. Ну или красную какую-нибудь влепит, если. Например. Так, спорки раз, спорка два. Шесть мариков минка отказ полетел дропчик. Третий ЦЦХ, но я не знаю, сколько здесь будет. Все окей. Время, на бляха, на сметана нет, на сметану эти 10 часов до 11 надо успеть. Я уж походу не успею. Ну
минус овер, начало неплохое такое вот этого дропа. Овер как минус по королеве, минка бомбанула. Ну, королеву мне запокусить. Собачка приходит, кас, медивак не контроль, медивак минус, тут называется, значит. Начало нормальное было, провальный конец. Абсолютно. Просто отдача дропа нелепейшая. Хуже и представить нельзя, как можно этим дропом распорядиться. Так, нам они еще. Собаки бегают вовсю. А, ну стенки не было, забежали. Про контроль армори как сделать. Мех, что ли? Похоже, что да. Смотрите-ка, мех решил кас сыграть. Ну, против Рейнера, может, и прокатит. А может, и не прокатит. ХЗ 500 хп на грани горения. ЦСшка, я бы сказал, бы находится. Это тоже очень опасно так оставлять. Вот хп такое. Одним-то рабочим можно бы и вычинить. Было бы по чуть-чуть там минералы, чтобы отнимались. У Рейнера Роуч Ворон, ребята, добавляется. Милишные грейды, Роуч Ворон. Ну, это не будет улыном, точно, потому что рабочих много строит. То есть Роуч Ворон какой-то перестраховочный, видимо, здесь такой. Так, стрим лагает, но это не с моей стороны проблема. К счастью, что не с моей, к сожалению, что лагает. Да вон, Эзерк пишет в компе, что лагают. Я написал, что лагают, но если кто-то есть на месте, ледокол там, или кто-нибудь посмотрит, наверное, не знаю. Тут уж не от меня зависит. Главное, чтобы инфа дошла уже, как бы. У Каса Торы поперли. Понял, Рейнер, что метки еще играется или нет? Я чуть не уверен. Можно переключить дэмэдж и Тором пиу-пиу вот в это овера сделать. А можно пока не показывать, что мех у тебя вообще. Все, овер минус. Инфестейшн там у Рейнера. Я не понимаю, на каком лимите и каким миксом кас выход хочет делать. Пока он вообще без танков играет. Играть без танков против роучей всяких, мне кажется, это не очень хорошая идея. Ну, если получится нормальный выход сделать, нормальный тайминг, может и прокатит. 2-1 грейды, нет, выхода не будет. Здесь надо развиваться, раз грейды делаешь двух армарей, значит, надо сидеть. Вот сюда планетарку просто влепливать, что кассы поближе к себе делает. Ну да, можно и здесь было сразу заказать. В принципе, юниты рядом находятся. Не знаю, почему краска поближе. Но это понадежнее, но тут расстояние-то, ё-моё, сантиметр. Сюда подвел, если что, и все. У Рейнера Гидра Дэн. Вторая броня делается. Рейнжовый играет на атаку. Не заказан. Вообще не работает второй эволюшн пока что почему-то. На Ксилнаге жгет Роуща вообще. Даже. Давайте прибегать. Все слились на геликах. Ну и Кас уезжает. Синего пламени нет. А и не надо Кас, и не заказывает. А зачем синий пламя, конечно. Так, 6 дронов кто-то здесь жарил. Здесь стек Рейнер свел, кстати, рабочих. 15 минус Кас жгет вообще. Нажигали типа шло. 16 дронов минуснул. 150 на 122. Ну, нормально. У Рейнера еще там 70 плюс рабочих. Кас слил гелик, наверное, почти как дронов здесь. Вот, сжег. Так что по экономически-то невыгодный размен был, но Кас меняет лимит уже на более качественные торы. Танки там больше становятся очень. Так,
49-63 на 2-1-ка вперед пошел. Двигание на вторую, 10-каз готов, прекрасно. Вайперы у рейдера первого заказано. Что-то как-то медленно тут через сидж идет вперед. Надо бы отодвинуть. Пошел, пошла мясня. Вот только видит кат, что приходит рейнер, сразу в сидж. Не надо спешить-то, ё-моё. Иди ты, дойди позицию сначала, займи, потом сидж уже. Прирост надо брать для меха, это вообще ключевой момент, потому что по кускам его отдавать, это вообще печаль. Вот, смотрите, сколько юнитов кат забыл. Камни здесь есть, демон, пробей ты камни, все. Ай-яй, боюсь, сейчас фиаско касса будет ждать, если он так действовать будет. По кускам идти, во-первых. Во-вторых, не подводись, прирост. В-третьих, так медленно вообще идти вперед. Все, вроде пришел. Прирост подводит. Да, подводит прирост. Торы минусуют оверы. Что там вайперы? Вайперы энергию пополняют. Есть шанс, что прирост успеет прийти. Это замечательно, если прирост придет. Да, тут хорошее такое подкрепление, как половина этой армии, наверное, по мощности. Ну, не половина, наверное, два танка всего здесь. Где-то у нас Уплибератор на дальний тут начинает шаталить. Пошла атака! Каст не контролит здесь, зелень вообще. Танки без сиджи, все на муве есть, здесь вообще без не сиджится. Торы подходят, но, смотрите, разморозили здесь от зеленочки. И поливают торы, поливают танки. Каст хорошо бьется, Рейна разбревает. Надо срочно складываться вперед, продвигаться, конечно. База эта уже точно упадет. Танки бомбят, роучи, ой, роучи, гидру, рабочих, все падает. Нормально, Каз здесь базу сбрил. Дальше надо двигаться, Мишаня. Зря вот эти камни пробил, гораздо быстрее бы прирост пододвигался бы сюда. И уже Каз вынуждает драться Рейнера на своей же второй базе. Это замечательно, гидра на муве сливается новенько. Похоже, что это 1-1, ребятки. Один самый умный и не очень танк через верх поехал. Конечно же, танк здесь ни при чем, это очевидно, да? Старкрафт само никто, никуда не ездит. Хотя не бывает, наверное, да, агрится, если там кто-то сагрил. Ну, это каст так прирост ведет просто. Ну, нет бы камни пробить вообще. Достал-то уже хрень всякую, сейчас посадим. Вот. Уже успокойся уже. Пора вперед двигаться, кассу. Так, еще ближе приход. Так касс не сделал синее пламя до сих пор. Танки сидят. Вот что вот они сделали? Подводи ты часть, чтобы один хоть прострел, что. Рейнер стоит спокойно и копится, блин. А касс что-то ждет, блин. Танки засижены близко, но никто не атакует. Вообще никакой танк. Конечно, Рейнер сразу контратаку идет. Здесь Касс идет вперед торами. Вот, смотрите. В итоге не Касс Рейнера сагрил, а Рейнер Касса агрит. А зачем? Так, Касс делает 3-2 грейд. Но я думаю, Касс не должен упускать здесь все это дело. Всю победу вот эту вот. Пошел в замес. Последняя атака от Рейнера. Гэл пишет.
Так. Ну все, поехали, ребят. Помните же просьбу подписываться на премчики, поддерживайте меня и мой канал, естественно, по реквизиту постоянно через плеер. Всем за это громадное спасибо, кто так делает. Так, рекламку сейчас пильну. На секунду отойду, мне надо с мамой кое-что сказать. И вот и продолжим потом. Все, касса 1-1 с Рейнером, ребят, есть шанс, что наш игрок будет в финале, это будет круто. Так, все, я здесь, пацаны. Каст Рейнер у нас бьется. О, ЦЦХ первая у касса на карте, где можно ставить ЦЦХ первую, почему бы и нет. 17-я хата Гаспул у Рейнера. Снутец Гуру сейчас проконтролирую на стриме, что у нас там по счету. Гаунлет стримит, кому интересно, какой канал. Кончилось, ну чем кончилось сейчас пауза, не знаю, чем кончилось. Так, поставлю их на паузу пока. Потом посмотрим мы далее. Так, ну Рейнер раскачивается. Ребятки, ой-ой-ой, посмотрите, что творится-то опять. Рипер где-то у Рейнера там кукуют. А кассу просто 4 линга прибегает, и что ему делать теперь? Отменять старпорт, конечно же. А что еще делать? Что касса делает благополучно? Отменять старпорт. Третий ЦЦХ делается. Марика 2 выше, но без прикрытия КСМ, как они не убьют 4 собаки. А, ну хотя здесь гелик выше. Геликом убить. Повезло вот этому Марику, что гелик так жарит. Просто хорошо с флешем сначала двух принял, потом еще двух. Кривая депоха от касса абсолютно. Неужели не видит, как он ее строит? Сразу отменил закал. 25 минералов потери из-за своей нерасторопности, кривости заказ депохи. Но это мелочи жизни, как говорится. И две факты у касса пошло плюсом. То есть он... Опять играет мех, а Рейнеру этого не демонстрирует на самом деле. А Рейнер олинчик, олинчик с королевами собачками делает, что ли? Ну да. Из касса будет армор и хелбата, то все, это победа, скорее всего.
Ну я пока не вижу ни армора, ни хелбатов. Блин, одними геликами будет крайне сложно отбиться, на самом деле. Ну, трейнер вперед выдвинулся всем, чем может. Касс, видишь, собак много видит оверов со скоростью. Армори заказывает, поздновато касс заказывает армори. Так, по октану реактор еще один садится. 5 геликов будет. Куда эти-то поехали? Че касс творит вообще? Ну, слава богу, вернулся. Циклоны нужны, не гелионы, циклоны нужны. Первый заказан, отлично. Так. Очень много собак, плюс королева, все это дропаться будет просто на мейн. До армори остается 13 секунд. Может быть, касс выживет. Тут спасти геликов, трансформировать в хелбатов, и все нормально будет. Так, видит касс? Да, видит оверов. Оверы залетают прямо сюда. Собаки вообще пока не дропаются. На рампе пытается депуху убить, не убить. Хелбатов в трансформе касс. Тут хелбат уже есть. Есть же хелбаты. Вот, наконец-то касс додумался. Ну и все нормально. Отбивается на изичек. Овера надо принимать. Что как сделать? Куда хелбаты? А, здесь тоже собаки заходят. Надо уводить со второй базы. Да нет, здесь нормально касс отобьет стопудово. Танчик уже есть один даже здесь у него. Ничего не захватывает, правда, как странно. Уж есть тут два хелбата здесь оставил, пошел убивать все. Так, королев. Тогнал ЦЦФу поднимает. Чуть орден Тарсона не схватил. Но не схватил вроде как. На танчик несколько собачек дропаются. Сюда тоже дропаются. Везде касс готов к обороне. Хелбаты все неплохо разваливают. Почему бы не захватить овера вот этого захватом циклонечков? ЦЦФу на вычинить. ЦЦФу касс что-то не вычинит, только сейчас вычинит. Королевы падают. А нет, трансфьюзит с овера. Гарейнер молодец, затрансфьюзил тут. Ну, королев кастрю дожал. Смотрите, 4, конечно, циклона атакует. Похоже на победу вообще вот это все дело. 33 ЦЦХ есть. И лимит был крупный очень. Есть... А, нет, плюс один нет грейда, к сожалению. Вот, ну тут ничего не поделаешь. Еще одна овера касс поймал. Выход будет? Да, будет выход. Идет касс вперед. Рейнер хочет хелбат. Ой, этих... заказать реводжеров, роучи плюс реводжеров делать. Что у касса есть? 7 циклонов, 7 хелбат, 4 гелика, 1 танк. Танк хорошо, хелбат хорошо, циклоны хорошо, все хорошо у касса пока что. 7 роучи Рейнер делает. Ну, это недостаточная вообще мера, как бы, против вот этого выхода всего мощного очень такого. Танчик сиджить надо просто и сбоку нормально. Так, куда там? Какие плетки копаются? Касс с циклонами, плетки шатаги и оверов там бьет каких-то, ё-моё. Нахер там эти оверов столько вообще. Колбаты плюс пришли, плюс все, плюс танк, плюс циклоны. Циклоны вообще плетки аннигилируют. Колбаты танчат на ура. Королевы загоняют всю, короче, Рейнера касс на вторую базу. Танк засиджит, и чтоб он стрелял издалека, ему не надо будет вперед ехать. Все-таки касс не может танк засиджить упорно прямо. Он не хочет его засиджить. Вот сейчас он бы так бы давал бы сюда. Неужели как не... Ну даже бесидженного танка, по-моему, здесь. Не, нифига с ним. Кто сейчас как допетрил, чтобы танк надо засидеть, а? Танк сиджи нормально поливает здесь. Смотрите, Рейнер вообще у них фокусит. Танк право по реводжерам зачем-то поливает кассовский. Фаерболы падают. 88-72. 20 рабочих уничтожено. Рейнер еле-еле отбился. Ну, касса больше лимита, у касса больше всего вообще. Здесь и несмотря на то, вот сразу засидел танк, победа бы здесь была бы. Даже один юнит бы здесь мог решить бы настолько сильно. Так. Так, спасибо, Хос и Гад. Еще мужик-то не говорит ни хера. Как он бесит уже? И никто не хочет что с этим поделать. Асигат поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Плановый поддержос. Спасибо. Видимо, там чуть может обновление какие-то на Google Game, я не знаю, что за хрень. И лагало там, и эта хрень уже, ну, весь день, правда, сегодня это не работает. Поддержос, озвучка. Вот, спасибо, пацаны, всем за поддержос. Ну и Кас, кажется, нас хочет порадовать присутствием с вами в финале, потому что он в плюсе в абсолютном здесь. Второй армори добавил, 1-1 грейдики уже.
Ну, черт побери, здесь делается шпиль, и что этот шпиль? Может перевернуть прям, что ли, этот шпиль? ХЗ, тут даже циклонами можно, вот с пятью муталисками, и даже циклонами можно попадаться для туретов, как бы. А если закатить пару торов, так и вообще все будет хорошо. Ну, 8 муталисков, это уже плохо. Это очень плохо для Каса. Он не знает о шпиле ничего. Блин, если Кас так нелепо проиграет, пошла туретка первая вообще. 9 муталисков. Если Кас так не... Вот просто закажи ты Тора надежного, перестраховочного Тора, одного хотя бы. Не, ни хрена нет. Вторая броня зато есть в продакшене, блин. Торов не делает, туреток нет, ни хера нет вообще. А где туретка? Каждый строил туретку одну. Пику вот меня. Что за чушь вообще? Это ГГ кассу, ребят, походу. 9 муталисков, еще больше сейчас будет. Прилетает, хотя сейчас... Так, циклоны здесь сагрили. Минус, минус этот... Касс вперед. Что? Вот мука прилетела. Ну давай, да, туретки. Ну давай, конечно, танки одни вперед. Пошел. Куда пошел-то? Циклонов назад возвращай, туретки строй. Что Касс делает-то вообще? Он ничего умнее, кроме как вперед пойти, не придумал. Какое поражение вообще тупое, а? Турет падает на мэне, не вычинил как. Чуть вычинил. Чудеса. Да просто одного Тора здесь достаточно, чтобы подбить всю эту херню. Кас приходит в атаку. Танчики, циклоны где-то сзади. Если сейчас Рейнер назад улетит, просто он отобьется на изичек, что называется. Хотя муталисков 12. Кстати, Кас тут как катком пройдет по району. Ну, если только циклонов. Ой, если колбатов бы он трансформировал, правда, было бы неплохо бы. На самом деле. Улетать Рейнер не хочет, понимая, что дать время Касу на развитие. Это смерть подобно для него. Танчики не сиджатся, просто заезжает Кас, все просто аннигилирует вообще. Да не, это не задержка, я сам вручную все жму. То, что не закрыт, я жму все вручную абсолютно. Это печаль полная. Так, несколько танков на третью поехал. Рейнер. Так, Кас ждет рабочих на второй. Тора, закажите Тора. Туретки, Тора, у Каса. А, есть два Тора. Фу, блин, я аж испугался. Я аж подумал, что у Каса там отрубилось, что соображение целиком и полностью. Так. Циклоны мимо танчиков поехали. На третью. Да хату райт кликнуть. И смотрите, кстати, успеть можно. Две брони. Мужик сегодня решил захватить, думаю. Возможно. Все, третий минус. Нет, похоже, что для Каса все-таки все кончилось неплохо. Вот если бы, кстати, Рейнер видел, что Кас сюда выдвинулся, сразу бы муталисками прилетел и не дал ему прийти бы вообще, то нормально было бы. А так Кас очень хороший плюс армию свою разменял, хотя потери его даже выше сейчас, чем рейнеровские. Вот. Торы есть? Что у Рейнера есть? 13 роучи, 17. Блин, роучи много. Не обеспокоит. Кас... Синее пламя не делается. Эти циклы, этих гелики в хелбатов не морфятся. Три Тора на мэне. Все надо увести просто отсюда. Так, мута прилетела. Все, говорится, рабочих увести просто и отбиться нормально. Кас что-то катастрофически сейчас по лимиту-то просел уже. 110-72 это перебор вообще. Рейнер в наглую заходит. Теперь до этого Торов не делал. Теперь танков не делает Кас. Это, блин, я опасаюсь на заказ. Фаерболы падают. Слизится Кас нормально. На Тора мута накидывают сейчас. Один Тор снизу там остался. Цикух. Так, гелики отдаются до трансформации вообще в колбатов. 56-93. 13-24 по рабам. Рейнер пытается еще тут что-то сделать. Вот у Каса еще спасает, знаете, что его грейды замечательные. То есть у него 2-1, а у Рейнера все по нулям везде. Как бы это очень круто для Каса. Теперь все, что надо Касу, это танчик там сделать одного другого. Так, чуть в Торов фаерболы не попали. ЦСФ третью сажает Кас. Одного Тора в тыл сюда отвезти. Одного хотя бы. Ну два, ладно, здесь три. Оставьте танк на крае, все. Ну или вниз даже, я не знаю. Так, ну тут Тора отгоняют. Все еще у Рейнера есть лимит был. Третью ставится цеху карманную получается. Прям какая-то дичь вообще, а не игра.
Одно это, блин, просто. Переживание. Вторую атаку заказывает. Ну, ну, на ровном месте Рейнер разводит. Мишаню сейчас просто на ровном месте. 3-2 грейды делает Карс. Это хорошо, безусловно. Боевого меньше, все меньше. Что Рейнер собрался делать? А, он давить собрался до конца, что ли? Похоже, туда здесь вторая туретка. Хорошо, по мути прилетает. Туретка живет, отлично. Здесь один танк, два тора. Касс ничего не строит, у него не хватает экономики. Ну, рабочих зато по 4 он строит. На мейне газ тут закончился. Так, заходит Рейнер, что фаерболить будет. Там третий. Похоже, что да. Торчик вперед зашел. К3-2 будет. 3-2 мех против нулевого зерга. С, вообще с нулевыми грейдами. Это на самом деле извращение полное, я вам скажу. Это просто растоптанный таракаха будет. Фаерболы по мулу упали. Надо бы еще танчика одного хотя бы кассу заказать. Сюда какой-нибудь низ его поставить. Сюда в цеху, и все нормально будет. Все, с кармана Тора ушли. И правильно, что ушли. Чин, что кассу вел, правильно. Наши КСМ атакованы. Такс. Опять мут что-то пролетало. Все, КАЗ уже по лимиту выравнивается более-менее. Что-то строится. По... А, торы строятся. Я ж не узнал. Думаю, что за такие. Они маленькие какие-то выглядят. Так даже циклон как-то их мощнее выглядит в этом продакшене. У Рейнера Роучи Реваджера. У Касса 3-2 грейда доделаются. Не знаю, как он выход собирается делать. Ему придется его делать рано или поздно. Но я думаю, что он обязан быть успешным, этот выход. С такими-то апгрейдами я не знаю, как можно проигрывать вообще. Заряжает Тори Мутти сейчас неплохо. Все, вторая атака готова. Третья броня тоже доделают. Станчик он забрать с собой. Все, и пошел вперед атаковать. А, сам Рейнер собирается атаковать Касс. Ничего себе. Торы идут вперед, плюс эти все ребята идут вперед. Так, циклон захватывает. Рейнер все, боится драться, что ли? Да, боится Рейнер драться или нет? Не, пошел в замес, ребят. Здесь разгром будет для Рейнера. 3-2 грейда вы что, ребята? Против нулей. А, не, одна атака появилась. Прошу прощения, здесь одна атака появилась. Касс все равно не спешил, он четвертый вышел. Туретку закажи, здесь танк оставь, вычини вот этих пацанов и вперед. Третья атака уже пошла. У Рейнера уже золото, блин. И сейчас касс затянет до 200 лимит, это просто смешно будет, на самом деле. Здесь не надо тянуть вообще ему. А он сидит просто, сидит и сидит, сидит, сидит. Так, ребят, сейчас я на секунду гаунлет рублю. Чё-то пауза кончился там матч-то. Смутецкого. Да, Смут одолел Гуру и ждет уже данного матча результат, чтобы сразиться с победителем вот этой игры, этого матча. Касс против Рейнера. Если это будет Касс, будет замечательно. Это будет ТВЗ, во-первых, не зеркалка. Во-вторых, это будет наш игрок представлен в финале. СНГ игрок. Так, сказ смещается. Золото он не видел, что есть у Рейнера. Заходит через камень. Сейчас контратаки какие-то идут. Здесь на изичек касс отбивается. Ну, с такими грейдами. Куда там вообще жесть просто. Такими грейдами, по-моему, невозможно проиграть. Ну, только фаерболы, я не знаю, могут зарешать. Касс заходит на ХГ. Надо брать прирост. Я не знаю, что касс стоит. Вообще он ничего не берет с собой. Заходит в бок. Здесь роучи идут. Вот же крип же, есть же касс. Наши КСМ атакованы. Как долго касс здесь стелется, а? Короче.
очередные фаервол. Каст на золото пытается пройти сейчас. Есть два танчика у него. Рейнер за золото, понимаешь, что драться надо. Как же разносит на третьих грейдах все вот эти ребята. А здесь еще два танка сзади вообще. Отдаляю по максимуму. Пошла Месилова. Циклоны очень вовремя приходят. Фаерболы, конечно, танки убивают. Но это г вообще. Это просто г. Хорош. Каз против Снута. Так, переименовываем эту же финал. Ну что же, ждем касса Снута. И радуемся, то что не ЗВЗ, а то что Мишаня там. Все радуются то, что не ЗВЗ, потому что последние разы всегда это было ЗВЗ. Ну а вам спасибо еще раз за поддержос. Ждем финал, рекламу пилю. Сейчас на секундочку отойду, скажу маме, чтоб там не спешила. Так, ну все, я здесь, там с грибами просто заморочки идут, ребята, извиняюсь. Сейчас могу вам показать, кое-что приколоть вас. Вот такую вот штуку могу вам показать. Опа, спасибо, Арандыч, вижу, но мужик там молчит все еще. Вот, смотрите, что здесь происходит просто. Например... Вот такой пацан с маленьким братишкой, да? Красавчик.
Или, например, вот такой с мощной ножкой парень. Или, например, под осиновикоподобный какой-то, или да, даже под березовикоподобный. Беленький. Или маленький красавчик. Или вот такой вот дружочек. Или два братанца. Короче, все они ждут меня, пока я достримлю вам финал. И займусь ими уже вплотную. Потому что надо их засолить, замариновать. Может, часть в картоху добавить. Вот. Так, завтра что-нибудь буду стрим... Опа, Арандыч, забыл тебя озвучить, кстати. Блин, че он не озвучивает-то все? Спасибо еще раз за поддержку всем. 0R4MD0 поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает: спасибо за стрим. Самый прикол, ребята, что я вообще не собирался сегодня ни хрена стримить. Потому что я думаю, приеду с грибами, буду чистить их, потом поеду с процессором узнавать наконец-таки. Я так не могу доехать, потому что я стримлю днем, либо занят. Тут свадьбы были вот эти на выходных все, короче. Вот. Пахина. Но я думаю, завтра я смогу доехать с утра, возможно. Потом кунфука будет. Да, не знаю, что, все, что будет, там что-нибудь постримим, короче. Спасибо за поддержку, ребят, в этом времени, месяце пока так плавненько все идет, хотя, в принципе, более-менее ок. Еще впереди нас ждет много турниров, еще в конце там будет турнир GSL-ский. Короче, спасибо всем за поддержку, ребят. У нас финал попёр. Поддерживайте меня, мой канал, по возможности. У кого такая есть, кому нравятся мои стримы. Кас против Снута. Мехада будет или Биу ЯХЗ. Ну, давайте посмотрим просто. Сколько штук? Ну, я 39 или 40 насчитал, у меня просто там ножки от шляпок отделены, я так не понял, как бы, сколько точно белых, вот.
по баночке под песоте. Не, ну такие эксклюзивные грубые, это слишком жестко. Еще, конечно, по почте пищевые-то нельзя отправить. Хотя я не знаю, как там это все делается. Ну а что, можно какому-нибудь типа розыгрыш, банка грибов от дедушки Поми в подарок. Лет через 10, может быть, если буду стримить, можно будет. Хотя не через 10, еще с ракет только будет, поэтому... Поэтому ладно. Через 20-ку хотя бы. Вот если кто-нибудь прошел из наших на BlizzCon, то да, можно было подправить. Ладно, шутки шутками. Подосиновичков вот в том месте, там белый мох, белый, там всегда вот придешь, там людей много ходит, и все постоянно находят, потому что там как бы большая площадь, и на, в каждый уголок, под каждое дерево хрен заглянешь. Вот. А вот подосиновик, что-то там борода. Маховиков очень много, там гораздо больше, чем белых. Сейчас маховиков мама уже сварила, там часть сейчас мариновать будет, часть я сейчас закончу, буду с картошечкой жарить. Вот. Маховиков, лисичек мало было. То есть белые маховики сейчас в основном. Козляки такие грибы есть, но они три, ну, вот, не первосортные, третьего не сурья. Не знаю, какие там сорта разделяются. Они как бы, ну, не высшего сорта, типа, они вот безвкусные практически, но съедобные. То есть миксануть чем этих можно. Они такие, нечто среднее между маховиком и масленком, как бы. Не сдирается ни шкура со шляпки. Снизу сито, как бы, они пахнут. Так, по вкусу говорят. Я их вообще несколько взял, а в основном-то их не брал вообще. Если там можно было вообще бочку, наверное, собрать. Если все съедобное собирать, там, блядь, на том лесу реально можно на КамАЗе приезжать. Реально много там все, очень много. Так, ну что же, ребят, все, хорош про грибы, давайте про Мишаню, потому что он бьется против Снутецкого. Снутецкий забежал, минуснул рабочего, КАС минуснул двух собак, по ресурсам вроде вровень размен, но, конечно, рабочий важнее, чем две собаки, потому что он может добывать и приносить минералы. Но один это несерьезно, в принципе, здесь Роуч Ворон, и так, а у КАСа Армори, и кажется, Снут читает, что здесь будет именно Хелбат Пуш. Не знаю, каким образом это делать, потому что КАСом он играл. Ну, он просто роучи закажет, то все нормально вообще. КАС, попав в финал, уже заработал, гарантирую себе 50 евро. Ну, уже не зря старался, получается. Да, призовой, конечно, сейчас на финалах месяца ну, не сильно большой. Уже за второе место даже меньше, чем за новоскресном победу GoFSK. Хотя на воскресном там как бы бывает сложнее, чем здесь победить, потому что там бывает все игроки участвуют с корейцами вместе там и... На некоторых, да, там получается, и их больше, как бы дольше играть. Вот, ну, призовой, как в какой-то момент порезали призовой. Опять же, посмотрите, как Supply Block словил, по-моему, вместо 6-5 у него всего. 5 хелбатов получится. Ну, Снута уже 6 роучей, если 3 плюс добавляется. Если нагловато Снут криптумор ставит, опять же, минус он будет. Первый роуч поперли, плюс еще пачка выходит. Тревелер одного смута сдэмэджного делает. Спускается вниз. Флешка у Влада хорошая, заходит. Их мало все равно. Как ни крути. Вот этого-то можно было подобить. Фотографии в контакте. Я на камеру еще фотки. Я уже живую все показал. Свою скину там со вспышкой вроде лучше видно. Ребят, контратака от Снута заходит после Хелбат Пуша. То есть он не просто... Гриб Синяк. Не знаю, что за гриб Синяк. Вот. Я не настолько эксперт прям в грибах, как миллионы вообще видов всяких. Участие в них едят люди, которые шарят. Вот. Ну, в том лесу я первый раз в жизни увидел, например, дубовик. Такой гриб. Это похожий на белый гриб. На белого гриб.
по виду. Но он моментально, как его режешь, синеет и таким ярким синим цветом. Свойство подосиненное в этом плане есть. Так, фаербол кидает. Ну, кажется, все отбиваются, ребят. Но Снута слишком преимущество гигантское по эко. И что в итоге-то? Так, 2 КСМ еще здесь умудрился сгрызть. В итоге 54-30 по рабочим. Касс нужно что-то делать, у него боевого лимита больше. А, он, погодите, он Билу еще решил сыграть. Че он со Снутом? Билу-то играть решил, я чуть не понимаю. Грибной смайлик, там надо много грибных смайликов. Там под березовик, под осиновик, белый, там рыжик, лисичка, масленок. Столько и слотов-то нет. Так, ну что же, прошли, да, Гешхалбатов, доп. Урон есть, как у Гелионов, свойством. 71 дрон уже уснул, 3 первых мутальскому заказа, не имея вообще боевого лимита, кроме королев сейчас, в данный момент, снут не имеет, только 3 мутальска вообще. Органических, а против легких именно есть бонус у Колбас. То есть против Сентри на ВФ тоже. Против Реводжеров бонуса нету. Они же не легкие. Укрепаем мутки, 6 штучек есть у Смутецкого. Начинается Харас, 72 дрона минус нул уже, чем имеет снут. Кастом кидает всякие эти мулы, кстати, у него такой микс, как будто кажется, что меха, на самом-то деле в био выходит каст. Ну, Снут понял, что био. Еще 13 дронов, 80 плюс рабочих у Снута будет, жесть вообще какая-то. Польские белые — это съедобный гриб, они гигантские бывают. Вот. Ну что, сулатишка тут уснул. 14 гидралисков, коготь ранжовый играет, попер уже. Хайв почти готов. Не, ну Снут как-то прям дико здесь развивается хорошо. Двойной дроп касс сейчас Снут отбил. Другого на правильный выход, но он какой-то слабый оказывается, этот выход. Даже хату здесь касс не убьет, судя по всему. Ну, а не, добил, но здесь потеряет абсолютно все, включая два танчика. 94 на 150 по лимиту. Вторая броня пошла, оранжевая тогда делает. Вторая коготь есть. Здесь медивак будет бить, судя по всему. Бах, по мушке прилетело. Весь как-то Снут глупо наломился. Но у него ультралиски уже, гидры тут пачка просто нереально. Кстати, Снут обратить внимание хочу. Вот многие зерги сейчас пересмотрели политику, когда играют гидролинга пейлингов и играют с милишными гридами. Многие зерги, наоборот, ранжовые стали делать.
Как по мне, так с трех эволюшнов до 2-2 можно доживать в легкую вообще. Танчик-то подрезал, смутчик-то куда? Он убежал вот назад, там гидрой всей. Ну, Кас живет, пока Смут не агрессивный, что у него на ультре брони не было сейчас. Две атаки есть на гидре, 2-2 милишное делается. Ну, Смут с двух эволюшенов выходит в 3-2 получается. Два рабочих, а так можно, так нужно. Говорить не просто ультралиски взмахами, легким взмахом клешней просто тут минусуют мариков очень-очень жестко. Каска шпакайтил, не догнать их никак, поэтому Смут меняет направление движения. Сзади два ультрала на мариков поперли, как же они их рубят жестко. И здесь ультрал с гидрой. ГГ вынужден Кас написать, это 1-0, как-то изи для Смута все получилось, но... Надеюсь, что не будет такой полностью легкой прогулки финал. Прыгаю в игру. Уже хастанул там что-то, что-то. Так, ну что, ГЛХФ пишет Кас, ну 1-0 уже повел, ребята. Да эпоха. Газ барак у Каса билд будет. Карта незваный гость у нас. А что же Смут? Кажется, это 17-я хат газ пул. А может пул первый? Нет, газ на мой газ пул. С мейна прям. Ничего себе. Какой-то прям. Ну, это не агрессивный билд, это. Хотя хер знает. В принципе, с Касом может Смут какой-нибудь эту. Сделает он сюда. Выход, например, на роучах с мейна. Или закажет вторую, и с одного газа роучи чуть более позднее будет. С двух баз, например. Нет, второго газа нет, не роучи вообще. Thank you.
Так, 4 собачки у Снутонского. Побежали они вперед. Никаких роуч-воронов он не делает. Никакой такой агрессии, про которую я говорил. Это просто забегание получается. А у касса Рипер дома засел на обороне, получается, и сидит. Че сидит, че ждет? Ждет, пока собаки прибегут. Ну, Снут, конечно же, не побежит никуда. Он понимает, что Рипер никуда не летит к нему. Если бы он здесь был, он бы уже забежал. Овером он тоже не видит Рипера. Но он понимает, что где-то дома, получается, сидит. И, кстати, посмотрите, какой тайминг интересный получается. Снут собирается 12 лингами сагрессивничать с касса, против касса. Он видит, что касс делает, причем минки для передропа, то есть не будет делать он, соответственно, этих геликов. Так, здесь Рипер собак встречается в центре. Не-не-не, здесь надо сваливать. 2 секунды до скорости. О, Снут на мейн забежал. Депоха не закрыта. Как же так, Касецкий? Что ты делаешь, Мишанчик? Ну, тут, кстати... Так, собаки прогрызают. Все-таки Депончик заходит на мейн. Но Марик и Кас, смотрите, как хорошо встали. Воспользовался Кас ситуацией. И Снут-то в итоге... Хотя он 9 дронов делает. Он очень много что-то рабочих строит прям. Какие бельгийцы, глаз закатали. ЦСКА с Бенфикой, по-моему, играет с Португалией. Насколько я понимаю. Какой там тайм-то вообще? Первый, второй? Первый, наверное, еще идет. Или в начало второго, наверное. Короче, хз. Вот, посмотрим, что там дальше будет. Здесь у нас финал, не до этого всего. Снут третью хату ставит, Кас Рипером Харась. Вот Снут, да? Просрал свое вот это забегание в хлам вообще, как бы, ничего не сделал практически. Ну, вовремя дронов заказал и в плюсе на 9 рабочих в итоге. Так, собаки опять контр-рыв сделают. Кас прилетает сюда мариками. Снуту надо королевами сваливать нафиг отсюда. Трансфьюзы идут, Снут пытается свалить. Свалил 7 королевами. Собачек здесь немного, и они не могут нормально забежать, кстати говоря. Вот Снут королев повел, вот никуда он повел. Третью хату нельзя, давайте, кстати, отменять. Ой, медивак упал, минка упала, как же Кас здесь зафейлился жестко. И Снут сгрыз. Оказалось, да, такой напряг жесткий? Ну, Снут прочитал ситуацию, все убил, и хату спас, и рабочих много, и еще заказано много, и 2 эволюшена, даже раньше, чем у Каса получается. И сейчас еще и Снут может отменить кассу с цеху строящуюся. Кас опять, блин, 4 Марика и Циклон улетел в атаку, сейчас Снут если медивак попуснет, еще и здесь забегание халявное получил. Ё-моё, Снут и здесь медивак попуснул, что за жесть творится, ГГ Кастрал же пишет, полный провал вообще. Печально все, да? Какие-то качели были, когда сейчас Кас выкрутится из этой ситуации, но нет, Снут выкрутился. Final boss so strong, говорит Кас.
Так, ну что, ребят, КАЗ 2.0 проигрывает, 0.2 точнее, надо его поддержать, вот, чтобы он не сливался. Всех вас приветствую, помните про Adblock S и поддерживайте меня, мой канал по возможности. Данная запись будет на Ютубе выложена, естественно, стрим из игры. Ну а завтра тоже стрим будет, что именно стримить я буду, я хз пока. Вот, но скорее всего Кунг-Фу Кап там будет днем в 14.00. Также у нас что там будет? А, больше ни хрена там не будет. Так, вот, что там что-то? Ну да, завтра что-то кроме Кунг-Фу-то ничего и не видно. Четверг в Арти Викли из игры, то есть все тут из игры стримится. Вот. И надо быстрее с процом. Надо заморачивать с утра рано ехать. Сейчас что будет? Например, стримить такие темы. 60 FPS было с нормальным качевом. Так, ну что же. 16 дронов на мейне. Глубоководный риф у нас карт, ребят, синенький КАЗ по цвету. Вот, на 11 часах красный снуд, на 5 часах появился. Ну и идет раскачка. Рабочих сейчас раскачка баз у снута. 25, у КАЗ 23 рабочих. КАЗ играл, опять же, Рипер, газ-барак Рипер в ЦЦ-ху факту. Или нет, погодите, нет, что-то факта поздняя какая-то, нет, короче. Кому навешать? А чё ты мне скинул-то? Тут и маховики, и все вообще есть на твоей картинке. Мрак атакует улей. Развить. А, вот это? Нет, польский гриб не синеет, ты путаешь. Дубовик синеет, вообще-то разные грибы. Хотя, может, я путаю тот, что я, мы находили не польские, хз. Значит, тут просто боровики большие, скорее всего. Ладно. Не суть вопроса. Забегает снуд собакевичами. Ладно, давайте про грибы. Здесь карта, возможно, решающая. А может, Мишаня сейчас тащит, и она не будет-то решающей. У касса Хелбат Пуш намечается, как вы видите, ребят. Снута 5 уже королев собак. Поставить Беллинг на стане, Троуч Ворона нет. Сколько у касса геликов? 4 и 2 суть. Так, будет 6. Стандартно, короче, марики по одному строятся. 6 мариков, погодите, сколько мариков? 7 мариков. Такой сильный хелбат пуш с 7 мариками, на самом деле, будет. А снуд что делает? Контр забегания, все верно. Загружается, КАЗ полетел. Депоки не закрывает, какой фейл, а? Гелик потерял. Рабочий потерял уже 5 штук, КАЗ. 6-7, кстати, КАЗ в чате видели, писал Final Boss So Strong, такой сильный последний босс, типа, в финале. Вот. Это была шутка. Гол 1-1, а на чем поле-то играют? Дома или у них там? КАЗ колбас пушит, но, по-моему, снуд полностью и целиком готов. Есть линги, есть королев, пачка хорошая. Ё-моё, тут вообще королева разрывается. Медивак вперед полетел, сейчас снуд покуснет его. Или он просто чисто с землей решил драться. Нет, здесь стратегия борьба с землей была. Контр забегания на лингах, еще здесь гелики есть.
Кас, кстати, не поганец. Вряд ли, да? Нет, что-то Кас приуныл. Ну, два раза больше лимита, действительно, Снута. Просто изи 4-0 какой-то, ребят. Вот. А, стоп-старт без задержки не буду делать, возвращаться, ребят. Спасибо всем за поддержу, поддерживайте меня, мой канал, за это благодарность вам моя и респектон. А, завтра стримы будут, соответственно. А, завтра будет Кунг-Фу Кап в 14.00. Приходите обязательно. Попозже анонс напишу. А меня ждет белых пачка большая. Надо их чистить 40 штуках. И заморачиваться. Грибочки делать, там все дела. Все, всем пока. До встречи, ребята, завтра. А это все на Ютубе будет выложено. К сожалению, Кас проиграл, но поздравляю со вторым местом. А вас поздравляю с концом вторника, короче. Стрим, вторника Старкрафтовского. Все, пока всем.